Всем здрасте. Вечер 10 мая. Приехали погулять. Лазить протрем. Приехали погулять опять на Щукино. Вытащили Димыча с собой. Хватит лениться. Стал сегодня, завтра. Потом ехать в Москву. Будем ходить до вечера, наверное. Потому что днем жара, 27-28. С ума сойдешь. Сейчас хоть ветер чуть-чуть поднялся. Просто будем бродить, что-нибудь искать. Так. Ну и первым более-менее нормальным сигнальчиком у нас, как всегда, появляется на свет Божий чешуйка. Если приближу, может, так прочитаю. Не знаю. Ладно, хорошо. Очень. Ну и коняшка. Коняшка. Прибор продолжает падать. Не валяшки. Да, хорошо, сейчас светом, комфортненько. Санечка, погода. Первый монетный сигнал, зеленый кружочек. Ну, здесь как бы понятно, все с ними. Мы не за ними особо сюда ходим. Но все равно удовольствие какое-то они приносят. Да, абсолютно точно. Так, Люба красотульку нашла. Сейчас покажу. Оп. Да. Братья и Женьковы какие-то. Или Женьковы. Вот такой вот замочек прелестный. Да здесь везде надо походить. Раз сто еще. Ну здесь же, понимаешь, еще сколько, почему? Водички попить. Пить хочу. Пить. Здесь же, иди поешь. Попали не один раз. Соответственно, растянули все. Слышно? Ни хрена себе расстояние. Ладно. Среди находок встречаются старинные навесные замки. Есть обычные железные, но также попадаются сделанные из латуни. Маленькие латунные замки использовались чаще всего на сундуках, где хранились самые ценные вещи. Возможно, на дверцах шифоньеров и сервантов. Замки царского времени имели на своем корпусе клеймо мастеров, имена, фамилии, гербы и даже медали, доказывающие качество их продукции. Известны фамилии производителей латунных замков, такие как Шлыковы, Воропаевы, Рыженьковы, Каревы, Чилины. В 18-20 века на территории Российской империи находилось большое количество фабрик и небольших мастерских, специализирующихся на выпуске таких замочков. Зачастую производство замочков было делом второстепенным. Обладая весьма простой формой исполнения и незамысловатостью механизма запора, замки и замочки являются интересным объектом изучения и коллекционирования. Ох ты ж, такой интересный, чуть-чуть поэта, измученный жизнью. У нас симпатичный. Угу. Да, Валеру. Маринку. Был сейчас сигнальчик, подошли к машине водички попить. Чешуйка очередная, затерта. Потом попробуем почитать, что это такое. По просьбам трудящихся. А где он, ёпта? Откуда? Марина! Марина! Сейчас хотим показать, как работает средство. Да нет. Давай еще подопытного. Не видать? Когда надо, хрен поймешь. Хрен поймаешь. Реально меньше. Не, здесь понятно. То ли Валерка, то ли Маринка. Ё-моё. Давай с солнечной стороны попробуем. Ну, где они все? Блин, вот я говорю, когда надо, хрен поймаешь.
Ладно, сейчас поймаем, покажем. Эксперимент. Вот идешь, лоб. Повис. Я. Вот он. Побежал. Угу. Побежал. Все, что ли, дурно. Все, пошел вниз. Хотя должен идти вверх. Все, видишь? Повис. Заколбасило его. Заколбасило. Где он сейчас? Потерял. Все, ему хреново. Все, должен отвалиться по-хорошему. Все, отвалился. Вот так вот он работает, альфа-циперметрин. И он сдохнет сейчас через какое-то время. Вот вам эксперимент. Сейчас картинку прикреплю. Вот она. Разрыл ям, там сейчас еще один сигнал. Сейчас покажу штучку, нашел. Кто знает, может, скажет, что это такое было. Там звезда Давида, что ли, какая-то. Ход дел серебряный. И какое-то клеймо. Звездочка. Интересно, интересно. Иду к ребятам, был сигнал. Давно они выскакивали. Белончик, 28-й год. Надо отмыть будет. Так, подошла Люба. Наскребла. Ну вот это, конечно, бомба. Танюсенькая, ну старая, наверное. С какие-то... Бережные. Да. Малюсенькая. Смотрите, какой размерчик. Детская. Полпальца моего. Как оно уцелело в этой перепошке? Не знаю. Димыч там что-то вызванивает. Что там, полушка, трояк. Вчера они все собрали. 30-го как раз не было. Дома креста и пятак 61-е, я так думаю. Пойдет. Ох ты! Так пожеванный. Ну да. А еще прикол. Сейчас достану. Люди, траву косят, к самой деревне подошли. Господи, что, боже мой. Тот был просто пробит, а этот, видишь, согнут. Часы нашли. Ну и копейку 35-го. Хорошо. Подошел к машине водички попить. Фокус. Ты где? Сейчас. Копеечка 33-го года подубитая. 5 метров прошел, даже меньше. Вот такая малипуська. Петровская чешуйка. Вот он их почему в шаме называл, я уже не раз говорил, неоднократно. Вообще мелкая. Сейчас покажут, что... Это, не знаю, это какая-то
Мать моя. Украшалка или накладка, пуговица? Накладывается, да, накладка на пуговицу. Ну, это отмывать надо, смотреть. Это непонятно что? Господи. Да они здесь все непонятно что, блин. Здесь надо... Походу, это ВРПшка или что это? Это, скорее всего, тоже убитая, зараза. Тоже затертый. И копендос, понятно. Ну, хоть так, без рыбы. Решили вот этот угол обследовать. Чего? Тебе нужно? Не! Умерший. Умерший совет. Скопик. Умерший совет. А, читай. Дальше у меня с фокусом. И... Что ж так темно называется? Да. Да, сохран здесь, к сожалению, трэш. Ну, колечко вообще. Колечко потрясающее. С каким-то птицам. Ну, посмотреть, какая-то геральдика, очередная псевдо. Нет, это не геральдика, уже это не псевдо-геральдика. Да. Это уже... Обереги? Обережная, да. Имыч пошел за куртками, комары жрут. Ну, как комары, сколько машка. У меня комары, у вас машка. Меленькие-меленькие такие. Мерзостные. Совет? Так, у нас двойной сигнал. У меня крестик вот такой вот. Так, рамочник. Владимирович Копеек. Рамочник. Здесь унчик. На улице уже темно. Камера осветляет. Смотри, как через камеру записано. Слагивает уже. Да. Не ходили сегодня, набродились, ходили немного. Сколько? Часа три, наверное, да? Поболее. Сквозное. Даже не знаю. Может, 4. Вот, раскладываться не будем, уже стемнело. Это сейчас камера светлит достаточно сильно. 5, наверное. 5, да, получается? 3 чешуи, вот эта звездочка. Кучка монет медных, кружков. Вот. Ну, ничего такого интересного, но душу отвели, как говорится. Завтра еще день один. Куда поедем, понятия не имею. Вообще. Куда-нибудь поедем. Вот. На этом... Ну, что на этом? На этом откланиваюсь. Всем спасибо. Всем пока.